Ну, мне кажется, что китайская модель развития – это вполне конкретная вещь, которая, в общем, тщательно изучается в различных странах мира. Она называется модель строительства социализма с китайской спецификой. Преимущества этой модели, ее сильные стороны, хорошо проявились во время борьбы с эпидемией коронавируса и стали совершенно очевидны для всех. Явно при этом пользуясь практикой двойных стандартов, наклеивание всякого рода ярлыков. Это первое. Второе, я категорически против противопоставления моделей. Это путь в никуда, это тупик. Председатель Мао Цзэдун, Вэй Жэнь Минь Фу, служить народу. Что в нем неправильного? То же самое можно сказать о тех принципах, которые были изложены в выступлении председателя Си Цзиньпина на праздновании на площади Тяньаньмэнь 1 июля. Например, И Жэньминь Вэй Чжонгсинь или Моу Жэньминь Да Синьфу. Что здесь неправильного?